Эх, здорово, ребятки, всем привет, с вами сегодня Букреев. Сегодня у нас видосик и стандартный, и нестандартный. В общем, я сегодня проснулся в хорошем настроении и вспоминаю, ребята, сижу, насколько я благодарен каждому из вас, каждому своему зрителю. Спасибо вам огромное, что ставите очень много лайков на видосах про сюрприз-боксы. Я такой посидел, подумал, пора снимать следующий видос, достал вот такую огромную коробку, здесь три сюрприз-бокса, да. По старой схеме, через моего подписчика друга он их покупает в России, потом пересылает мне. Как всегда, это обходится мне в миллион баксов, долларов. Ну, короче, очень дорого, реально дорогая доставка обходится. Эта посылка еще нахрен вообще потерялась. Короче, я сейчас сижу и думаю, начнется, сейчас будем бомбить. Я видел фразу о том, что заказывайте сколько угодно боксов, они всегда придут разные. Захожу проверить эту фразу, посмотреть ее. И, о боже, сайт сюрприз-бокс преобразился. Нету тех сладких наших любимых с вами фраз о том, что в каждом боксе вам придет на гораздо большую сумму, чем вы оплатили. 100% вы в плюсе, вы выиграли. Бинго! Ну, вы помните, да, эти схемы? Нету. Сайт стал совсем другой. Вот открываю, смотрю, такой красивый сайт стал. А, задизайнено в студии Артемия Лебедева. Так сказать, на сюрприз боксили. Потому что, насколько я знаю, дизайн в этой студии стоит недешево. Ну, ничего, дай бог, чтобы у ребят были деньги. И я думаю, что мы внесли свою лепту, мы с вами нашей конструктивной критикой повлияли на то, чтобы с сайта убрали откровенно лживые заявления, то, что ни разу не совпадало с реальностью. Так что, ребята, давайте мне 5, давайте. Пуф, красавчики. Но все равно боксы я эти заказывал давно, реально давно. То есть старый сайт еще был, так что все эти заявления будут действительно и касаются этого видео. Так, опа, вот они, красавцы. Сейчас, здесь реальный сюрприз. Так, один бокс, ребята, оставим на потом, для какого-нибудь следующего видоса. А это что такое, а? Как вам такая, сюрприз-бокс? Это, кстати, ребята, не побоюсь этого слова, данный сюрприз-бокс достался мне на халяву по промокоду с видоса Димы Масленникова. И давайте вот этот сюрприз-бокс мы откроем эксклюзивно в Инстаграме, да, ссылочка на мой Инстаграм под видео на экране, мы в Инстаграме посмотрим, что же идет бесплатно, да, если вы там использовали промокод какого-нибудь блогера. Друзья, прежде чем мы продолжим, небольшая рекламная пауза для тех, кому исполнилось уже 18 лет. В руках у меня устройство для нагрева табака Juice 20. Я на самом деле, друзья, не курю и вам не советую. Если вы не курите, начинать тоже не стоит. Но вот это устройство я подарю своей маме. И оно создано как раз для таких людей, которые не хотят или не могут по каким-то причинам бросить курить, но все-таки минимизировать вред от этой вредной привычки. Потому что устройство для нагрева табака, оно, во-первых, не воняет. Не воняет так сильно, как эти сигареты. Не имеет такого едкого запаха, который впитывается во все поверхности. Потому что вот я, человек не курящий, прихожу домой, где мама курит, и она курит только на балконе, но я сразу чувствую этот запах дыма. Нет такого едкого запаха. Плюс нет всяких вредных смол и так далее. Эта штука реально минимизирует вред от курения и для курильщика, и для окружающих, для людей, которые его окружают, пассивных курильщиков. Давайте посмотрим поближе. На самом деле очень маленькая штуковина. Вот такая магнитная здесь крышка. Есть светодиодная индикация, которая показывает зарядку там и так далее, подсказочки всякие. А работает эта, кстати, штука на вот таких стиках, да, хитс, которые продаются, собственно, везде. На самом деле выглядит очень достойно. Поверьте, я много всяких материалов и китайских, и не только китайских перещупал. На ощущение, как реальный iPhone. Знаете, вот ты взял дорогую вещь в руках, и вот эта магнитная застежка, она классно присоединяется, soft touch пластик, не скользящий. И, кстати, моя модель же Juice 20, по сути, поставили заряжаться на ночь, и хватит вам на 20 стиков, то есть именно модель 20, ее хватает на 20 стиков на день, по сути, как бы целая пачка сигарет получается. Собственно, и сами стики похожи в какой-то степени на сигареты. Здесь у нас вот такой щуп, который, собственно, проткнет этот стик, будет нагреваться до определенной температуры, то есть, короче, и все это дело будет работать. Вот так это дело все выглядит. Короче, плюсы, ребята, то, что в организм реально гораздо меньше вредных веществ поступает. Эта штуковина не воняет, как стандартные сигареты, нет едкого запаха. Хватает этого устройства зарядки на целый день, то есть на 20 стиков, Juice 20. Имеет реально нормальный, презентабельный вид, смотрится реально по-богатому, так сказать. И стики для этого устройства можно купить везде, они продаются везде. Короче, ссылка на этот девайс будет под видео. Промокод для вас Juice, подчеркивание Букреев, в описании я это все дело, ребят, напишу. И это только для тех,
кому уже исполнилось 18 лет. Короче, ребят, погнали дальше смотреть видос. Так, все, ребят, что-то я реально заболтался. Слава богу, в этот раз таможня не разнесла в хлам сюрприз-боксы. И у меня есть удовольствие открыть эту коробку, которая достаточно качественная, которая упаковка приятная. И сейчас я все равно медиума своего включу. Здесь наушники Хока, пауэрбанк Хока или хаб Хока. Открываем, смотрим. О! Ай, блин, вот они, родненькие, вот они. Так я все знаю здесь, так а что здесь читать? Сюрприз-боксы, короче, повторяются, ну реально часто повторяются. Я не знаю, походу, пока они там снова не сделают какое-то обновление, мне придется подзабить на обзоры сюрприз-бокса, потому что наушники Хока, мы это знаем, вот эту штуку, мы ее знаем. Даже, по-моему, такая подставка на телефон нам приходила. Ну и в расхераченной упаковке USB-хаб, она всегда приходит расхераченная, эта упаковка. Я не знаю, в чем дело. Ну, ребята, давайте так, дайте мне 2 минуты, я уже, ребята, спортсмен в этом виде спорта. Я сейчас на ноутбуке тупо за 2 секи найду цену этих товаров и вернусь к вам. Ну что, друзья, 2 минуты, классика жанра, знаете, я вот, ну, честно, мне уже самому становится скучно это делать. Короче, 500 рублей наушники, потом фонарик, ну, $1, там, 70 рублей, потом, короче, хаб, это $3, там, 200 рублей давайте добавим. И 190 рублей вот эта подставка. Честно, я не понимаю, за что здесь 190 рублей, но, ребят, я вам сейчас ее поближе просто покажу, и вы мне скажете, за что здесь 190 рублей. Ну, посмотрите, она реально сделана галимо, здесь какие-то кусочки пластика не зашлифованы. Она какая-то серо-грязная, вот грязный, знаете, не такой приятный пластик, а вот, я не знаю, как объяснить, как, знаете, дешевый бумажкодержатель в туалете, вот дешевый-дешевый, самого галимого пластика, вот оно такое, какие нафиг 190 рублей, вот, ну, какая-то дичь. Но знаете, друзья, я недавно еще пересмотрел свое там первое видео с тестом сюрприз-боксов, вы можете, кстати, его тоже в подсказках посмотреть, вот здесь будет, и, собственно, ну, это лучше, чем было в начале, да, то есть здесь стоимость там 950 тысяч рублей у меня и получилось. То есть, собственно, он оправдывается, этот бокс, хотя бы так. Ребята, опять же, я считаю, тоже отчасти наша заслуга, но потому что в начале, посмотрите, что в начале приходило. Там приходили однодолларовые линзы, все. Такое разваленное и дешевое приходило. Здесь вот то, что в этой коробке, оно 1000 рублей стоит. Давайте так, вот оно, ну там... Ну как стоит, да? Вот опять же, эта подставка, она-то стоит в интернете столько, но она гонимая, она стрёмная. То есть, ну, я, конечно, за 1000 рублей такого счастья себе бы не очень хотел, если честно. Все, друзья, шутки в сторону, у нас остался еще один бокс. Блин, как летит столько фигни красной с него. Давайте посмотрим, будут ли в нем наушники Хока, да? Или... Что, вообще хочу увидеть что-нибудь новое, да, то, чего я не видел. Потому что реально мне последнее время, ну, прям одно и то же, одно и то же. И, ребята, так, открываю. Hello, darkness, my old friend. Хочу увидеть что-нибудь новое. Здесь подставка, здесь фонарь, здесь этот хаб. И наушники Хока. Нет, серьезно? You serious? Эти боксы, они были вместе заказаны, ребят. Они были заказаны вместе, на один адрес, одним человеком, с одним номером телефона, с одним адресом. Я не знаю, что мне сказать сейчас. Это было одним человеком заказано, на один адрес. Как? Реально, на один адрес. Это все с одной вот этой большой... посылки. Как такое может происходить, я не знаю, ребят. Ну, я есть еще за что ругать сюрприз-бокс, ну, потому что так не делается. Ну, хотя бы что-нибудь там перемешали. Слушайте, у меня еще лежит еще одна посылка, да? И честно, мне кажется, что там то же самое. Да, я не знаю, я боюсь ее открывать. Давайте ее лучше оставим на потом. Ну, вон нафиг себе так нервы портить. Ну, у нас здесь все подсчитано, ребят. Все у нас здесь подсчитано. И, кстати, товары, которые мне не пригодились после обзоров, не только сюрприз-боксов, а любых других моих видеообзоров на YouTube, я эти товары пристраиваю, продаю в специальном инстаграме Bookstore, да, то есть вы видите здесь на экране, это мой английский, вы помните, Bookstore, там, короче, хорошие цены, реально приятные цены, дешевле, чем в Китае, то есть мы скидываем сразу и, грубо говоря, эти вещи пристраиваем, чтобы они не лежали у меня здесь, гора этих вещей. Смотрите, доставка за ваш счет, в Россию, да, дороговата доставка, если вы живете в Украине, то заходите в этот инстаграме, там есть менеджер, он вам ответит, там все товары
товары после обзоров. Короче, там можно что-нибудь интересненькое для себя найти. Ссылка тоже будет на этот инстаграм под видео. Ну что, ребята, делаем выводы. Хорошо, что сюрприз бокс все-таки меняется. По чуть-чуть меняется. Нету такого трешняка, который был в самом начале. Нету лживых каких-то обещаний на сайте. Дизайн очень красивый. Это студия Артемия Лебедева. Это тоже хорошо. Но то, что приходит одно и то же, одному и тому же человеку, ну это не очень. Ну серьезно, ну это реально не очень. Я даже не знаю, честно. Я не знаю, что посоветовать. Ой, ребят, ой, наклеветал. Наклеветал, ребята. Я только что оклеветал. Это же другая подставочка. Смотрите, вот такая, другая. Все, совсем другой сюрприз бокс у нас получился. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, поддержите это видео лайком, потому что очень много денег уходит на вот эти тесты, обзор сюрприз боксов. И думаю, будем ждать следующего видоса от Кости Павлова, где он скажет, что в сюрприз бокс заехала новая коллекция. Теперь все сюрпризы новые, никаких старых товаров. И тогда будем это все дело тестировать, потому что, мне кажется, я с этого сайта, да, уже заказал все. Да, просто все, что может там попасться, да, там уже нет ничего другого. У меня тут, боже, сейчас, короче. Короче, ребята, смотрите, что я принес. Смотрите, Хока, наушники Хока, да, и там еще есть. Вот так вот не повторяется этот сюрприз бокс, ну, блин, одно и то же приходит. Если вы, короче, видите чувака в этих наушниках Хока на улице, вы сразу, ребята, понимаете, или в него друзья на сюрприз боксе затарились, или он сам себя решил сюрпризиком порадовать. Вот и все, друзья, такие дела. У меня теперь 5, как минимум. Какие 5? У меня дофига наушников Хока. На экране можете посмотреть другие видосы сюрприз боксами, интересные, там, где мы делали сравнение, что блогеру придет, что обычному подписчику. А с вами был Букреев, спасибо за вашу поддержку, до новых встреч!